День открытых дверей в детском саду для Десногорска далеко не традиционное мероприятие. Ежегодно они проходят в школах для первоклассников. В детском саду «Мишутка» подготовили для своих будущих воспитанников и их родителей ознакомительную программу. Маленькие гости еще не совсем понимают, куда их привели мамы. А вот для родителей здесь все интересно. Они могут заранее узнать, в каких условиях будут расти и воспитываться их детки. Педагоги подготовили видеопрезентацию о жизни в детском саду. Познакомились с воспитателями. Рассказали, чем будут кормить младшую группу. Показали для родителей мастер-класс на тему развития детей раннего возраста. Провели экскурсию по всему садику. Познакомились со спортивным залом, бассейном, кухней и, конечно же, группой, в которой с начала осени их детки будут проводить по 12 часов ежедневно. Нам все очень понравилось. Мы веселились, бегали, танцевали. Садик, в общем, понравился. Ну, ремонт свежий, все чисто, красиво, аккуратно. Воспитатели произвели впечатление добрых. Будем ходить. Педагоги уверены, что их воспитанники обязательно полюбят свой новый дом, а родители будут спокойно оставлять своих детей в группе детского сада «Мишутка».